В эфире новости, в студии Артем Сухоломкин. Здравствуйте. Православие Брянщины глазами юных художников. Выставка под таким названием открылась в Брянском художественном музее. Молодые живописцы из России и Белоруссии, которые приняли участие в международном пленэре, представили свои работы на тему главных православных брянских святынь. 6 лет подряд международный пленэр в Брянском районе собирает самых талантливых юных художников от 8 до 20 лет. За это время более 200 детей познакомились с памятниками культуры и архитектуры Брянщины и, конечно, с ее церквями и храмами. Эта тема, мне кажется, она для всех, для каждого человека, кто вот верит в Бога и вот кто считает, что он правда существует, мне кажется, она для каждого близка. Студентка Брянского областного колледжа музыкального и изобразительного искусства Мария Коноваленкова признается, что ей очень близка православная тема. И как начинающий художник считает своим долгом передать красоту и неповторимый облик святых мест родного края. Впечатления, скажу, что очень незабываемые. Я очень довольна, что стала участником этого пленэра. Я для себя вместе с участниками пленэра почерпала очень большой опыт и с работой, и с натурой, и с цветом. И атмосфера была очень такая творческая, дружелюбная, что давала плодотворно работать для такой вот замечательной выставки. Есть у Марины и любимое место для творчества. Свенский монастырь, вот это вот место, именно сам храм и живописные какие там просторы раскрываются. Я там не только какие-то творческие работы создаю, но и просто хочется туда прийти иногда в дождливую погоду, либо в солнечную, просто посидеть, душевное какое-то умиротворение получить. 65 работ. На одной стене один и тот же храм глазами 8-летнего ребенка и студента художественного училища. Дети подсказывают нам, какая красота есть вокруг нас. Поэтому, приглашая посетителей на нашу выставку, мы в первую очередь их мотивируем на то, чтобы они останавливались в суете своих будней и разглядывали красоту, природу нашего края. Брянская область богата не только живописными пейзажами, но и православными святынями, поклониться которым идут тысячи верующих. Организаторы и участники считают, что, посетив экспозицию, горожане смогут заинтересоваться православной историей Брянщины и по-новому взглянуть на знакомые места. Кристина Костюченко, Алексей Рязанцев, телеканал РЕН-ТВ Брянск.